国际广播电台。中国国际广播电台。Говорит международное радио Китая. Говорит международное радио Китая.Говорит Международное радио Китая. В эфире новости. Главная тема выпуска. Посол КНР в Российской Федерации встретился с новым председателем Общества российско-китайской дружбы. Китай решительно выступает против повышения США тарифов на китайские товары. Открытие саммита группы семи, президент Франции и другие лидеры призывают к избеганию торговой войны. А сейчас об этих и других новостях более подробно. Посол КНР в Российской Федерации Джан Ханьхуэй в Институте Дальнего Востока Российской Академии Наук провел встречу с первым вице-спикером Госдумы, новым председателем Общества российско-китайской дружбы Иваном Мельниковым. Джан Ханьхуэй в первую очередь от имени посольства КНР в России от всей души поздравил Ивана Мельникова с вступлением в должность пятого председателя Общества российско-китайской дружбы. Китайский посол отметил, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина китайско-российские отношения постоянно поднимаются на новые ступени развития, создают благо двум государствам и их народам, что в свою очередь вносит важный вклад в обеспечение мира, стабильности и развития в регионе и во всем мире. При активном содействии руководителей парламентов, включая вице-спикера Госдумы Мельникова, сотрудничество между парламентами Китая и России становится все более тесным, а результаты еще более плодотворными. Китай готов приложить совместные с Россией усилия, чтобы обеспечить успешное проведение в этом году заседания комиссии межпарламентского сотрудничества. Мельников, в свою очередь, поблагодарил Джан Ханьхуэя за поздравление и горячо поздравил его с началом миссии в России. Общество российско-китайской дружбы готово вместе с посольством КНР в Российской Федерации совместно продвигать непрерывное поступательное развитие межгосударственных отношений, сообща содействовать дальнейшему прогрессу в деле двусторонней дружбы.